Ближе к морю в детском саду номер 128 заработала галокамера. В начале учебного года родители обратились за материальной помощью в региональную общественную приемную партии «Единая Россия». Спустя некоторое время соляная пещера открыла свои двери. В детском саду номер 128 разместились 23 группы. В четырех из них дети с нарушением опорно-двигательной системы. Теперь для оздоровления воспитанников детсада, кроме бассейна, физиотерапевтического комплекса с массажным кабинетом, появились соляная и тактильные комнаты. В день оздоровительной процедуры проходит 72 ребенка. Сказочная комната укрепляет иммунитет, оказывает противовоспалительное, иммуностимулирующее и противоаллергическое действие. Но на сегодняшний момент численность болеющих детей уменьшилась. Дети с удовольствием посещают галокамеру, им это очень нравится. Помимо того, что они просто находятся в галокамере, они еще и выполняют дыхательную гимнастику, что тоже непосредственно влияет на оздоровление детей и улучшает их дыхательную и нервную систему. В соляной шахте благодаря специализированному оборудованию постоянно поддерживается определенная температура, влажность воздуха. Различные ионы соли оказывают благотворное влияние на весь организм. Курс оздоровительных мероприятий составляет 10 дней. Продолжительность сеанса регулируется врачом-педиатром. Теперь за здоровье малышей и родителей могут быть спокойны. Анастасия Лангина, Расиль Мухаметов, Республика.